Тест на определение уровня грибка кандида существует уже достаточно давно. Считается, что он весьма точен и результатам вполне можно доверять. Как правильно проводить тест? Утром ничего не есть и не пить. Соберите немного слюны и плюньте в стеклянный стакан с водой комнатной температуры. Посмотрите через 30 минут на результат. Если слюна спускается ко дну стакана, как будто ниточками, выпала в осадок или вода стала слишком мутной, то, возможно, у вас есть проблемы с грибком кандида. На картинке, которую вы видите на экране, хорошо видны эти различия. Если же слюна осталась плавать на поверхности воды, то это означает, что уровень грибка кандида в организме находится в пределах нормы. На фото изображена слюна людей, у которых уровень грибка кандида находится выше нормы. Как работает данный тест? Изначально грибок кандида формируется в кишечнике, но по мере роста грибка перемещается в желудочно-кишечный тракт, достигая сначала тонкого кишечника, затем желудка, пищевода и, наконец, полости рта. Если наличие грибка кандида в организме избыточно и он достигает ротовой полости, то очень вероятно, что на языке появится белый налет. Если сплюнуть такой налет в воду, то он просто утонет, так как будет тяжелее воды.